Шалом, возлюбленные. Как у вас дела? Мы продолжаем молиться за всех вас, чтобы вы приняли мир и обильные благословения Господа. Возлюбленные, давайте выразим нашу благодарность Господу Иисусу через хвалу и поклонение. Призывая вас, давайте петь вместе, давайте поклоняться Ему. Возлюбленные, давайте подготавливать наше сердце и разум к слышанию Слова Божьего, которым с нами поделится пастор Ника Ньюхарахардио. Пусть каждый, кто услышит это послание, будет благословлен. Библия говорит: «И заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас». «И заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас». И молитесь за него Господу, ибо при благосостоянии его и вам будет мир. Настало время, чтобы Церковь Божия смирилась перед Богом. Молитесь, ищите лица Господа,
и отворачивайте свой взгляд от злых путей. Если мы будем поступать так, то, как говорит Библия, Бог услышит нас с небес и простит наши грехи. В эти дни мы входим в эру Третьей Пятидесятницы. Дух Святой изливается удивительным образом, и это приведет к великому урожаю душ, потому что Его Церковь будет двигаться. Прежде чем отправиться на небеса, Господь Иисус сказал Своим ученикам: «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Иерусалим — это наши семьи, Иудея — это другие верующие, Самарине — это люди другого вероисповедания. Мы должны нести свидетельство о Господе Иисусе в наших семьях, среди других верующих, а также среди людей, исповедующих другую веру. Пусть они увидят жизнь Христа в нашей жизни. Вступая в этот 19-й год, мы должны сделать три вещи. Во-первых, мы должны жить согласно Слову Божьему. Во-вторых, жить в близких отношениях с Богом и общаться с Ним. Ну и в-третьих, и в-последних, мы должны надеяться и полагаться только на Господа. Мы не должны надеяться или полагаться на человека или на свои силы. Надеяться мы должны только на Господа. Библия говорит: «Проклят человек, который надеется на человека и плод делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Он будет, как вереск в пустыне, и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах знойных, в степи, на земле бесплодной и необитаемой. Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь. Ибо он будет, как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной. Лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод». Вот это да! Тот, кто надеется на Господа, кто полагается на Господа, не будет переживать в годы засухи. Мы видим нестабильность мировой экономики. Людям тяжело найти работу, тяжело торговать. Многие начинают переживать из-за этого. Но тот, кто надеется на Господа и доверяет Ему, не будет тревожиться в годы засухи.
Господь Иисус сказал: «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божьего и правды Его, и все это приложится вам». Приложится. Однажды, когда Иисус путешествовал, за Ним увязалась большая толпа. Она теснила Его. У одной женщины 12 лет была проблема с кровотечением. Она обращалась ко многим лекарям и истратила на это все свое состояние. И ей не стало лучше. Наоборот, ей стало только хуже. Когда она услышала об Иисусе, то подкралась к Нему через толпу и прикоснулась к Его одежде. Она говорила себе: «Если только прикоснусь к Его одежде, то сразу выздоровею». И сразу же кровотечение остановилось, и она ощутила, что получила исцеление от своей проблемы. Иисус сразу же ощутил, что из Него вышла сила. Тогда Он повернулся к толпе и сказал: «Кто прикоснулся к Моей одежде?» А ученики сказали Ему: «Ты видишь, что здесь множество людей, которые теснят тебя, и говоришь: кто прикоснулся ко Мне?» Но Он огляделся по сторонам в поисках той, которая сделала это. Но женщина испугалась, зная, что случилось с ней. Она вышла перед Ним, упала на колени и рассказала всю правду. Правду о том, как она была исцелена. А Он ответил ей: «Дочь моя, вера твоя спасла тебя и исцелила. Иди с миром и будь здорова от болезни своей». Вот что делает вера в Господа Иисуса Христа. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kaulah Tuhan penyembuh. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kaulah Tuhan penyembuh. Нелегко надеяться только на Господа Иисуса. Обычно Господь Иисус готовит человека, пока он не сможет делать ничего, кроме как положиться на одного Бога. Мы видим это в истории женщины, которая 12 лет страдала от кровотечения. Сначала она полагалась на докторов, пока не истратила на них все, что было у нее. Но ей не становилось лучше. Наоборот, ей стало хуже.
Она услышала о Господе Иисусе, который исцелял различные болезни. Когда она увидела Господа Иисуса и толпу, ее вера выросла. Она сказала: «Если я только смогу прикоснуться к Его одежде, то выздоровею». Когда она прикоснулась к одежде Господа Иисуса, то кровотечение в ее теле остановилось. Она ощутила, что получила исцеление от своей проблемы. Кто-то из вас переживал то же, что и эта женщина. Вы искали исцеление везде, где только можно, но до сих пор больны, и ваша болезнь лишь усугубилась. Я обращаюсь к вам, придите к Господу Иисусу с верой, как у этой женщины. Если я только смогу прикоснуться к Его одежде, я сразу выздоровею. Вам лишь нужно поверить в Господа Иисуса. Вы должны сказать: «Господь Иисус, я верю, что Ты способен исцелить мою болезнь и хочешь сделать это. Прости меня, Господь Иисус. Я не полагался на Тебя полностью, но я верю, что когда подниму руку к Тебе, Господь Иисус, то буду исцелен». Если вы нуждаетесь в исцелении, то поднимите свои руки. Господь Иисус, Ты видишь своих детей, которые подняли к Тебе свои руки. У них есть та же вера, что и у той женщины. Если только прикоснусь к Его одежде, то буду здорова. Господь, они говорят сейчас Тебе: «Я верю, Господь Иисус, исцели меня. Господь Иисус, восстанови меня». Поэтому принимайте сейчас свое исцеление, принимайте свое восстановление во имя Господа Иисуса. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Thank you.
Эти 30 минут мы с вами вместе смотрели передачу «Время исцеления». Пусть то, что вы увидели сегодня, даст вам надежду и силу от Господа Иисуса Христа. Увидимся на следующей неделе, и пусть Господь Иисус обильно благословит вас.
Saya percaya sekalipun hujan, saudara adalah pemenang, katakan amin. Ada berkat Tuhan di atas puji-pujian kita, katakan amin. Haleluya. Lambaikan tanganmu kasongan. Tuhan kasih saudara. Kita. Ayo lompat sama-sama. Katakan. Haleluya. Yesus lah Raja atas kota.